Марина Чергейко, студентка 4 курса кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита Брестского государственного технического университета. Учиться в этом учреждении образования она мечтала со школьной скамьи. Девушка считает, что здесь можно получить престижную профессию, которая поможет ей реализоваться в жизни. Как-то бухгалтер всегда был на слуху. Это нужная профессия, специальность. И вот как-то с детства всегда говорила, буду бухгалтером, и вот так вот получилось. Шаг за шагом Марина овладевала знаниями, будучи студенткой. Успехи в учебе подтолкнули к самостоятельным научным исследованиям. Результаты не заставили себя ждать. Рискнула принять участие в республиканском конкурсе научных работ студенческой молодежи, который предусматривал несколько серьезных этапов. Строгая комиссия выделила работу студентки Брестского вуза как одну из сильнейших. Так девушка попала в финал. Современные методы борьбы с мошенничеством, а именно это форензик, как внедрение в Республике Беларусь. А почему именно эту тему ты выбрала? Так как это является частью моей профессии, так как я не только бухгалтер, но и аудитор, это связано с аудиторской деятельностью, и мне хотелось, чтобы данная услуга также появилась в нашей стране, потому что ее нету, она из соседних стран, таких как Российская Федерация, Украина. И вот главной целью моей научной работы было внедрение форензика в Республике Беларусь. Свежий взгляд молодой студентки, подкрепленный убедительными доводами, заслужил высокой оценки и, как итог, первое место. Рамону Гаврилюку тоже есть чем похвастаться. Громких успехов в учебе немало. Помимо этого, юноша принимает активное участие в жизни университета и городском молодежном движении. Занимаюсь развитием студенческого самоуправления в нашем университете, являюсь председателем Координационного совета студенческого самоуправления и являюсь членом Общественного республиканского студенческого совета при министре образования. А с этого года являюсь куратором развития студенческого самоуправления по Брестской области. В 2016-м студент был делегатом на 5-е Всебелорусское народное собрание от студенческой молодежи Бреста. Активная гражданская позиция, заслуги в общественной деятельности выделяют этого юношу среди сверстников. По словам самого четверокурсника, жизнь в университете протекает насыщенно. Помимо всего, он всерьез занимается научной деятельностью. Успевать все и везде он стремился с первых дней обучения в вузе. Цели у молодого человека самые, что ни на есть, амбициозные. А потому сидеть на месте не представляется возможным. Каждый для себя выбирает, как он будет развиваться. Либо он сначала сделает, поставит для себя одну цель, ее выполнит, либо он ставит для себя несколько целей и будет достигать их всех параллельно. Я выбрал для себя такой путь развития, потому что считаю, что он предоставляет больше шансов для того, чтобы достичь чего-то. Такие рассуждения студентов доказывают, что молодежь имеет четкие планы на будущее и шаг за шагом идут к заветной цели. Сомнений не возникает. Будущее страны в надежных руках.